Красное море. Одна из колыбелей цивилизации. По Ветхому Завету волны именно Красного моря расступились перед пророком Моисеем, когда он со своим народом спасался от преследований египтян. Отсюда берет начало история мореплавания. Из множества кораблей, ходивших по Красному морю, немалая часть становилась жертвами штормов, сильных течений и бесчисленных рифов. Суда уходили на дно, и люди забывали о них. Ведь подводный мир был практически закрыт для людей. Изобретя акваланг, Усто дал им пропуск в этот мир. И сегодня можно, легко погрузившись в морские глубины, увидеть своими глазами лежащие на дне корабли самых разных эпох. И, быть может, услышать их голоса. Дайвинг – это возможность открыть для себя новый, необычный и удивительный мир. Мир ярких красок, экзотических рыб и коралловых рифов. Но если вы спросите у опытных дайверов, что же для них наиболее интересно под водой, то большинство ответит – конечно же, затонувшие корабли. Именно здесь каждый сможет стать и первооткрывателем, и исследователем. При погружении к затонувшим кораблям, в отличие от погружений на коралловые рифы, в коралловые сады, присутствует тайна, присутствует исследовательский своего рода вот дух такой. Значит, присутствует понимание того, что это чужеродный предмет, вот появившийся в пределах Красного моря, который интересно посмотреть, интересно исследовать, интересно, в общем-то, восстановить те картины, которые были, может быть, большое количество лет назад именно вот на этом корабле, именно на этой палубе, в этом трюме, у этих машин. Для себя представить, как там кипела работа, кто-то что-то делал, какие-то работали механизмы. Это было столько лет назад, а сейчас оно все погружено в пучину. Для меня погружение на затонувшие корабли более интересно. И намного более интересно. That's you. You self-called divers. Even don't know. What brought you? Это вы, те, которые называют себя дайверами. Даже не знал, что привело вас к такому
неудачнику, как я. Да, позвольте сразу представиться. Я Кингстон. Запомните, Кингстон. Это очень важно. Из моего рассказа вы поймете, почему. Спасибо вам за то, что скрасили мое одиночество. Это место какое-то невезучее. Сюда и рыбаки-то заходят нечасто. А уж про дайверов и говорить нечего. Ай, просто удивительно. Я ведь лежу совсем не глубоко. А эти прекрасные коралловые сады возле моего разбитого носа должны привлекать немало ценителей красот подводного мира. Да. Я родился в 1871 году. Прошло всего 10 лет, и я отправился в свое последнее плавание из Лондона в Аден. Подумать только, всего 10 лет. Разве это срок для такого прекрасного двухмачтового парохода, каким был я? Просто невезение какое-то. Ой, мной управлял капитан Казинс. О, это был очень опытный моряк. В самые сложные моменты пути он сам становился к штурвалу и уверенно вел меня вперед. Когда мы шли через Суэцкий залив, он 2 дня не смыкал глаз. Он знал, как коварны эти воды. Мы уже приближались к выходу в Красное море. Капитан решил, что все опасности позади, и передал управление своему первому помощнику. И тот почти сразу посадил меня на риф Шакрок. Но это ли не невезение? 2 дня команда боролась за мою жизнь, но их усилия были тщетны. На рассвете 24 февраля налетел ветер. Поднявшиеся волны стянули меня с рифа, и я начал погружаться к его основанию. Спустя всего 2 часа над поверхностью оставались только лишь мои мачты. А с рифа на них тоскливо смотрели моя команда и мой капитан. Впрочем, их скоро подобрало проходившее судно. Ах, да и с грузом мне не повезло. Я вез всего лишь уголь. Конечно, какому-нибудь карнатику, который вез золото, тут же устремились водолазы. А про меня и про мой груз сразу забыли. Но даже его я не могу показать вам и подарить на память по кусочку угля. Мой корпус так оброс кораллами за эти годы, что вы не найдете даже щелки, чтобы заглянуть внутрь моего грузового трюма. Опять невезение. Да. А эта история с рыбацким ботом, который умудрился налететь на риф в том же самом месте, что и я. Его корпус застрял на мели, а вот винт этого нахала упал прямо на меня. Вот он, смотрится очень нелепо, не правда ли? Да. Но на этом мои неприятности не закончились. Меня обнаружил ваш коллега, дайвер из Израиля. Это было в 1990 году. Он даже не потрудился прислушаться ко мне. А ведь я и ему рассказывал свою историю. Но он так торопился. И что в итоге? Ему не пришло в голову ничего лучшего, как назвать находку именем своей жены. А чтоб оно больше походило на название корабля, добавил первую букву ее фамилии. С тех пор меня стали называть Сара Эйч. Мой капитан был приверженцем старых морских традиций и всегда помнил о том, что если женщина на корабле, быть в беде. И на мой борт никогда не ступала нога женщины. И вот, пожалуйста, Сара Эйч. Просто катастрофическое невезение. Но я надеюсь, вы-то меня слышите. Пожалуйста, запомните и передайте всем, я Кингстон.
Кингстон! 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 Контакт с кораблем для меня начинается, наверное, задолго еще до самого погружения. Это с момента того, как на брифинге рассказывается, что за корабль, когда, при каких условиях он потерпел крушение, чей это корабль. И в голове пытаешься его представить себе. В общем-то, сухую статистику пытаешься в голове представить в что-то такое существующее. И когда погружаешься на затонувший корабль, первые метры начинает он выплывать, и выплывать сначала абрисом. Ты сразу же начинаешь смотреть, насколько твое впечатление верно. Буквально на подходе к кораблю, когда появился только абрис, внутреннее появляется ощущение. Можно достаточно легко сказать, были ли, по внутренним ощущениям, были ли трагедии, были ли человеческие жертвы на этом корабле. Потому что вокруг каждого корабля существует своеобразная аура. Есть корабли, у которых существует мощная вот эта волна печали, над которой вот, как крики вот людей тонущих. Это такое, не сказать, чтобы уж совсем неприятно, это печаль, большая печаль. Но... А потом, когда он весь показывается перед глазами, ты видишь, в каком положении он находится, при каких там кренах. Ну, в общем-то, наиболее сильное впечатление – это когда ты еще весь корабль не видишь, а вот он, вот эта вот граница видимости, вот он в тайне находится. Ну вот как ни странно, ощущения на каждом корабле разные. Я уже, наверное, не вспомню название одного из кораблей, но вот было такое состояние однажды на одном из погружений. От самого корабля остались останки, ну, незначительные. То есть это корабль, затонувший с прошлого века, там деревянные детали этого корабля. Но тем не менее, вдруг откуда ни возьмись, навеяло ощущение, вот картина, прямо яркая картина, как это все происходит. То есть чувство, что ты находишься сейчас на корабле, который начинает тонуть. И вот прямо яркие ощущения, как ты стоишь на лестнице, как звонят колокола, как матросы бегают по кораблю, как капитан начинает координировать все действия. Настолько были яркие впечатления, что когда мы вышли наружу, я начала делиться этими впечатлениями. И у меня чувства-то были не от красоты подводного мира, а чувства были переживания вот этого момента потопления корабля. Почему это происходит? Вполне возможно, что рядом с любым кораблем какая-то аура, то есть история корабля. Ведь не зря, когда мы общаемся с людьми, с каким-то человеком ты встречаешься, тебе сразу же легко, комфортно, весело. С другими людьми ты встретился, ты, может быть, даже особо-то и не поговорил, у тебя... тягостно, и ты уходишь от этого. Также и корабли. Наверное, есть вот определенное внутреннее состояние у каждого корабля, и как и у людей. Каким-то кораблям тебя конкретно тянет. Ну, то есть вот какое-то личностное отношение, оно уже начинает проявляться. It's Tisselhorn to blame. It's all happened just because of him. It's me, Rosalia Mori. Во всем виноват Тисслигорн. Все случилось именно из-за него. Это говорю вам я, Розалия Моллер. О, я всегда буду помнить эту ночь на 6 октября 1941 года. Я стояла на якоре у входа в пролив Габал. Позади был длинный путь из Англии, вокруг всей Африки, через Красное море.
Вместе с десятками других судов я ждала своей очереди, чтобы идти дальше до английской базы в Александрии. Именно тогда я впервые увидела Тислигорн. Он стоял в нескольких милях от меня. Он почему-то мне сразу не понравился. У меня возникло какое-то нехорошее предчувствие. И в ту ночь, на 6 октября, оно подтвердилось. Два немецких бомбардировщика неожиданно появились в воздухе. Они заметили Тислигорн и атаковали его. Взрыв бомбы, потом взрываются боеприпасы на борту Тислигорна. Ночь и без того была лунной, а тут стало светло, как днем. И я не сомневалась, что в этой вспышке немецкие пилоты заметили меня. Я поняла, они еще вернутся. И они вернулись ровно через 48 часов. О, если бы люди позаботились о моей защите! Если бы у меня на палубе, как у Тислигорна, были пушки! Уж я-то, в отличие от него, смогла бы защитить себя. А так, моему капитану оставалось только бессильно грозить кулаком, атакующим меня самолетом. Пробоина от взрыва сброшенной бомбы была совсем маленькой. Посмотрите на нее, она едва заметна. Но ее хватило для того, чтобы через 2 часа я уже лежала на морском дне. А дальше... Дальше тишина. Тишина и незаслуженное забвение на долгие годы. Говорят, что этот зазнайка Тислигорн называет себя главной достопримечательностью Красного моря. Меккой для дайверов. А интересно, рассказывает ли он, что по его милости пошла на дно я? Розалия Моллер? Уж, наверное, нет. Конечно, ему выгоднее рассказывать про свои заржавевшие достопримечательности. А я в это время лежу совсем рядом, одинокая и забытая. Какая несправедливость. А ведь я имею гораздо больше прав на человеческое внимание и уважение. Во-первых, я старше. Да-да, я не скрываю своего возраста. Я родилась в 1910 году, когда парусные корабли только-только отошли в прошлое. За свою жизнь я избороздила все европейские воды и даже успела побывать в Китае. А этот выскочка Тислигорн появился на свет, когда я отпраздновала уже свой 30-летний юбилей. Может быть, кому-то его груз кажется более интересным? Автомобили, снаряды, оружие. Но это еще надо разобраться, что в то время было важнее. Боеприпасы или 1000 тонн превосходного уэльского угля, который был в моих трюмах? Как? Вы ничего не слышали про уэльский уголь? А вот английские моряки давно оценили его достоинство. Он горел намного ярче, чем любой другой уголь. А значит, расход его был значительно меньше. Кроме того, он был практически бездымным. О, это было неоценимым преимуществом во время войны. Мы могли увидеть дым вражеского корабля гораздо раньше, чем тот успевал заметить нас. Сколько жизней английских моряков мог спасти мой груз? Нет, я все же не понимаю, почему этот Тислигорн пользуется такой популярностью. Возможно, причина в том, что его обнаружил великий Кусто, но это всего лишь везение. А может, дело в глубине? Ведь я лежу на 20 метров глубже. Но это же не препятствие для настоящих дайверов. Пусть к Тислигорну погружаются все, кому не лень. Зато у меня в гостях будет по-настоящему избранное общество. Кстати, можно по доброй английской традиции создать клуб и назвать его, ну, скажем, клуб поклонников Розалии Моллер. Думаю, это неплохая идея. У вас уже кончается воздух? Как жаль.
Ну что ж, прощайте. И не забудьте, Розалия Моллер ждет своих поклонников. Когда ты начинаешь вживаться в историю корабля, когда ты оказываешься рядом с ним, то вдруг возникает состояние проживания вот той эпохи, в которую этот корабль был, жил. Ты начинаешь чувствовать этих людей, их отношения между собой. Ты забываешь, что ты человек этой эпохи. Тебе этот корабль дает возможность вот своим антуражем, может быть, вот своей структурой, своей историей. Он тебе дает возможность перенестись в то время для того, чтобы почувствовать ту эпоху, в которую жил этот корабль. И, наверное, это тоже прекрасно. Ведь не зря специальным образом создают ту атмосферу эпохи, завлекая людей в музей, чтобы мы могли почувствовать и, может быть, сравнить себя по, может быть, интерпретации каких-то вещей, которые были и тогда, и сейчас, по отношениям между людьми. Наша стремительность предполагает большую изменчивость и в вещах, и в мыслях, и в отношениях. И нам нужно все больше нового какого-то потока, более интенсивного, более плотного. Мы можем это понять, что мы уплотняем пространство и жизнь свою только в сравнении. Когда это сравнение происходит? Тогда, когда мы соприкасаемся с той эпохой, мы начинаем пытаться проживать. Почему сейчас наши композиторы не пишут симфонии или тех произведений, которые писали Бетховен, Бах? Почему нету таких произведений? Почему сейчас даже великие композиторы пишут какие-то быстротечные, короткие, энергичные очень элементы музыки? Потому что им некогда сидеть, наблюдать за природой, впитывать, а потом это все перекладывать на музыку. Вот это и подтверждается, когда ты находишься под водой, ощущая темп жизни той прошлой эпохи, к которой относится, может быть, тот или иной корабль. И наоборот, ты видишь корабли этой эпохи, они сделаны наскоро. Скорее нужно вложить все элементы безопасности движения этого судна, но приукрасить его, вложить какое-то вот свое отношение, личностное какое-то отношение. Там увековечить себя, может быть, в этом корабле. Такого сейчас нету, потому что нам некогда этим заниматься. Нам надо бежать дальше. Осторожно! Осторожно, не обожгитесь! Боже мой, что я говорю? Ведь прошло столько лет. Проклятый хлопок! Мне кажется, что он до сих пор горит во мне. А эти огненные кораллы, облепившие мой корпус, каждую секунду напоминают мне о той страшной ночи. Нет, Дан Рейвен не должен был так нелепо погибнуть. Все, что произошло со мной, иначе как мистикой, и не назовешь. В ночь на 25 апреля 1876 года я, английский двухмачтовый пароход «Дан Рейвен», подходил к Суэцкому заливу. Я был на полпути из Бомбея в Ливерпуль. Все мои трюмы были забиты этим проклятым хлопком. Все началось в 2 часа по полуночи. Вдали, прямо по курсу, вспыхнул далекий огонь. Мой капитан был молод. Он решил, что это маяк. Но я-то сразу понял, что это огни Святого Эльма. Самый страшный знак судьбы для моряков. Я приготовился к самому худшему.
прошло около часа, и огонь внезапно исчез, как будто его и не было. Капитан растерялся и начал маневрировать, пытаясь выбрать в темноте правильный курс. И тут, прямо перед моим носом, из темноты неожиданно возник Бейкон-риф. Отвернуть рулевой уже не успел. Я получил пробоину в носовом отсеке. Команда бросилась спасать мою жизнь. Им уже почти удалось снять меня с рифа. Но, видно, судьба уже обрекла меня на гибель. Каким-то непостижимым образом загорелся хлопок в моих трюмах. В суете этого никто не заметил. А когда какой-то матрос обнаружил пожар, было уже слишком поздно. Я горел 13 часов. Все это время страшный огонь прожигал переборки, захватывал отсек за отсеком, пробираясь к моему сердцу. Машинному отделению. В конце концов я перевернулся и пошел ко дну. Вот и вся история моей гибели. А жизнь моя была короткой. Как огненная вспышка. Так что, когда вернетесь на берег, зажгите по мне поминальную свечу. И пусть ее пламя напомнит вам о судьбе несчастного Данрейвена. Практически после каждого погружения задаешь себе вопрос, насколько это чистоплотно приходить вот так вот. Ну, можно сказать, на могилу тех людей, которые были, может быть, в момент катастрофы. И каждый раз приходит ответ. На самом деле, наверное, это правильно. Ведь, приходя на кладбище, ты тоже приходишь для того, чтобы вспомнить те отношения с человеком, которые были, ту, может быть, лучезарность этого человека, насытиться снова, хоть и прошлым, но отношением. Здесь же, на дне морском, практически та же самая аналогия. Здесь дайверы приходят для того, чтобы в очередной раз поклониться, в очередной раз вспомнить, в очередной раз, может быть, пофантазировать, если у тебя нет информации о том, как это происходило. И это хорошо. То есть, когда я спустя уже какое-то время привлекаю к себе людей, притягиваю, даю этим людям какие-то ощущения, какую-то радость или какую-то печаль, это прекрасно. И, собственно, наверное, это должно быть. Ощущение неудобства, вторгания в чужую тайну, в чужую трагедию, трагедию этого судна, не присутствует. Мы приходим туда не как туристы, не как просто любопытствующие. Все равно причастность к этой трагедии, когда ты погружаешься туда, она и тебя охватывает. Именно причастность к трагедии, сопереживание, сожаление. Вот то, что это произошло. Да, это трагедия. Да, это так. Возможно, без участия дайверов не были бы причины многих катастроф выявлены. Все-таки это выявляют точно так же дайверы, водолазы, причины катастроф. И это необходимо делать. То, что мы туда погружаемся, это может быть какая-то дань, как приход на могилу к тем или иным погибшим. С такой философией лучше жить.
Бонжур! Гутен так! Собакальхир! Буэнос диас! Здравствуйте, здравствуйте! Подплывайте, располагайтесь! Давайте знакомиться! Я Титаник! А? Каково? Даже под масками я вижу на ваших лицах удивление. Да, правда, был еще один Титаник. Ну, тот самый, помните? Он потом еще утонул. Так вот, я — это не он. Или наоборот. Или даже так, он моя точная копия. Ну, правда, немного увеличенная. Раза так в 100. Вы же понимаете, прежде чем построить корабль, сначала испытывают его модель. Так вот, модель — это я. Не, правда, правда. Испытания, к сожалению, прошли неудачно. Я наскочил на риф. Ну вот и решили тот второй Титаник отправить плавать в Атлантику. Там, мол, нет рифов. Зато, как выяснилось, есть айсберги. Ха-ха! О, я вижу, вас заинтересовал этот предмет. Да-да, он всех интересует. Но только вам я открою эту страшную тайну. За дверью этого сейфа лежат сокровища инков. Нет, правда-правда. Когда Колумб возвращался, уж не помню в какой раз, из Америки в Испанию, на одной из судов его эскадры напали пираты. Бардаж, стрельба, звон сабель. Ах, романтика! Да, так вот, в итоге сокровища оказались на борту пиратского фрегата. А на тот затем напал английский галеон, и сокровища перекочевали туда. Потом... Впрочем, я не буду утомлять вас долгим перечислением всей этой цепочки. Скажу лишь, что каждый раз, когда сокровища переходили с корабля на корабль, размер их несколько уменьшался. В конце концов, они попали ко мне на борт и спокойно поместились вот в этот самый сейф. Скорее, скорее отправляйтесь на берег за инструментами и немедленно возвращайтесь. Сокровища ждут вас, господа дайверы. Ну что, похоже, уплыли. Интересно, поверили или нет? Вряд ли, вряд ли. Конечно, Титаник, золото инков. Как-то не сильно правдоподобное сегодня получилось. Надо бы в следующий раз придумать что-нибудь поправдивее. Но это все же лучше, чем рассказывать банальную историю про то, как обычное транспортное судно с заурядным грузом налетело на риф и затонуло. И имени-то моего уже никто не помнит. Да я и сам его стал забывать. На самом-то деле меня зовут... Хватит предаваться воспоминаниям. Вон еще группа плывет. Товарищи, товарищи, подплывайте. Вас приветствует легендарный крейсер «Аврора». Красное море долгое время было закрыто для подводных исследователей. Только сейчас появляется возможность приоткрыть занавес над тайнами многих известных и неизвестных кораблекрушений. Стали доступными новые районы для поиска и исследований. Приверженцев дайвинга становится все больше и больше. Впереди новые экспедиции, новые погружения. Тайн Красного моря хватит на всех.